это огромная армия, которая прошла трудовой путь. И на сегодняшний день у нас 972 человека, труженика тыла, которые награждены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Огромная армия людей, которые закончили свой трудовой путь и вышли на пенсию. Их в Альметьевском районе 48 тысяч. Руководители предприятий, профсоюзных организаций, ветераны войны и труда. Отдали дань уважения тем, кто своим трудом внес большой вклад в развитие города и республики. Сегодня праздник всех, кто работает. Это и президент страны, и рабочие. На аллее героев почти три десятка имен и фамилий тех, благодаря кому Альметьевск стал городом. К бюсту каждого – букет. Это один из немногих дней в году, где цветы можно считать не штуками, а килограммами. 2, 1, взрыв! А на площади Ленина 1 мая отметили традиционный 61-й по счету эстафетой. Бежали школьники, бежали студенты и работники предприятий и ведомств города и района. Около 600 человек. Участникам нужно было пройти 10 этапов, каждый по 300-400 метров. Для тех, кто свое уже отбегал, и для тех, кто на спорт больше любит смотреть, чем участвовать, выступали творческие коллективы. Как ваше праздничное настроение сегодня? Отлично наше праздничное настроение. Отлично. Ну, сегодня май, 1 мая, не радует погодой. Да, к сожалению, не радует, но тем не менее настроение хорошее, праздничное. В конце победителей первомайской эстафеты наградили заслуженными медалями и кубками. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.